Об угольной пыли в Москве не знают. Впервые вижу. Да, зрелище, конечно, удивительное. Депутат Государственной Думы, член комитета по экологии, в шоке от увиденного и услышанного от мурманчан. Как далеко вам надо ходить, ну, чтобы в нормальных условиях? Конкретно мы едем даже в другой район. Другой район? Такие, да. Даже у нас собака есть, которая тоже после каждой прогулки. Кожа становится черная. Причина черного снега очевидна – торговый порт. Ну а здесь вот типичный пример вот этих старых экологически грязных технологий. Ну, видимо, не производство, а вот погрузка. Но, тем не менее, загрязнение колоссальное. Депутат намерен действовать решительно и рассказать об увиденном в Мурманске с трибуны Государственной Думы Российской Федерации. Какие еще действия предпримет Олег Лебедев, какие выводы сделал народный избранник, посетив столицу Заполярья, узнаете сегодня в 21:00. Коммунальные детективы Анастасия Карева и Вадим Петров продолжают расследование дела под названием «Угольная пыль». Теперь вместе с членом Комитета по экологии Государственной Думы.